Ваня, со мной мой муж, и сегодня мы вам покажем одежду Фаберлик. Очень много ее накопили, никак не могли снять, и сегодня мы будем как раз эту одежду показывать. Итак, сейчас на муже у меня такая вот футболочка. Она называется трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Цвет серый, размер 56, состав 100% хлопок. Артикул 85-125. Антоша, как тебе она? Ткань приятная к телу, то есть, и в принципе, легкая, то есть, то, что ей нравится. Мне нравится цвет, мне кажется, что это твой цвет, тебе хорошо, в светленьком в чем-то. Вот, брюки тоже у нас идут как бы Фаберлик, но мы их уже носили. Мы их уже снимали, носили, да, то есть, они уже пережили две стирочки, как вы видите, они не деформировались, Антош, покрутись. Да, то есть все хорошо с ними, все здорово, носит с удовольствием. Антох, ты что скажешь про брюки? Нравится и ровно сидят по талии. Ага, также у нас такой вот уголочек с обувью. Вот, Антох, давай, что первый будешь мерить? Ну, наверное, под цвет штанов больше, вот эти вот, давай. Давай, так все давай подряд померяем. Просто свои ощущения пишешь, какие они удобные, нет. Давай, знаешь, что с тобой сделать? Ты надень одну такую, другую такую, а я их покажу вблизи, чтобы время сэкономить у зрителя. Да, то есть сейчас муж одевает такие вот темно-синие, размер 44. Тут подошва резина, да, то есть подошва резина. Тут идет шнуровочка, то есть вы ее один раз зашнуровываете, и больше вам шнуровать их не нужно будет. Да, то есть можно будет вот так вот одевать. Но качество, скажу, на четверку. Мне кажется, что все тут затрется. Но мы сначала поносим, прежде чем говорить. На мой взгляд, они мягкие, легкие. И точно такая же моделька. Идет в коричневом цвете. Вот тоже, как бы, да, видите, да, вполне таки симпатичная вещица. Антош, ну как они тебе? Ну, удобные. То есть размер в размер идет? Да, размер в размер. Вот эти ботинки идут размер в размер. А что, как вот ты, на ногу давит, не давит? Что у тебя? Ну, чуть-чуть, но это разносится. Чуть-чуть? А в магазине как покупаешь? Тоже чуть-чуть, когда давит. Да, ну, а подними немножко штанишки. Да, то есть вот так вот они смотрятся. Я думаю, шнурки лучше заправлять вовнутрь. Ну, будешь носить? Вот мне нравится. Ну, синие, да. Коричневые еще под вопросом. А не, тебе не нравится цвет? Да. Вот. Или штаны вот, подобное просто надевать. Вот такой вот цвет нам не нравится. Ага, понятно. Забраковал, значит. Хорошо. И футболку, ну, чтобы коричневая какая-то была, чтобы сочетание было. Ну, все, цвет. поняла. Так. Ага. Ладно. Ну что ж, сейчас мы померяем вот две этих пары обуви. Одни синие, другие черные. Мне они показались слишком простоватые. Вот, а то ж так же одень по одному цвету, будем смотреть. Вот, значит, это синяя пара обуви, да, как вы видите. Ну, такие простенькие. Подошва тут упругая. Да, то есть, ну, качество скажу вам сразу на четверку, потому что на какой-то из паре обуви я видела неровный шов. Вот чуть-чуть, вот так вот прям немножечко было кривовато. Вот, и я разговаривала с девушкой, которая мне делает мебель. Она сказала, что качество на четверку, говорит, но по идее это не натуральная кожа. Вот, очень хотелось мне их попробовать, какая в компании Фаберлик. Но компания Фаберлик не тестирует свою продукцию на животных. Из натуральной кожи вы ничего не найдете. У нас это натуральная эко-кожа, да. Вот так можно ее сказать, эко-кожа. Сейчас из нее очень модно что-то делать. Да, такие вот ботиночки. Нужно будет перешнуровывать. Перешнуровывать? Да, потому что... А, ну туго зашнурованы, нет, да? Один конец снизу, другой конец сверху. А, так зашнуровал. А, да, вот один конец снизу, другой... Да, у обоих так. Ну, понятно, но ничего страшного. Ну, как тебе они по ощущению, по удобности? Ну, чуть-чуть подвешиваться, но у меня есть чуть-чуть, как сказать, чтобы съем немного здесь он не взят.
Маловат объем, да? Да, ну это... В объеме давит, ну как встань боком. Ну не сильно, да, чуть-чуть. Ну я вижу, да, что ты расшнуровал их прям до предела, да, тут они были впритык зашнурованы, а тут они до предела расшнурованы. То есть вообще шнурки надо покупать для высокого взъема другие, да? А вот где уже шнуровочка вот заканчивается, где шнуровочка заканчивается, начинается нога, там они тебе давят из-за взъема? Нет, да? То есть просто шнурки короткие, я так поняла? Нет, не шнурки короткие. Взъем для низкого взъема. Для низкого да. Взъема, да? А какие-нибудь носить можно? Носить можно. Почему? Потому что они хоть они не сильно давят, они просто плотно сидят. Да, плотно да. Сидят. А носить какие-нибудь будешь из них или ну, тоже буду, бракуешь? Буду. Будешь? Удобно? Да. Мне кажется, Антох, что они хорошо на твоей ноге смотрятся. Мне нравится, как они смотрятся. Ну что ж, давайте перейдем к одежде. Ботинки, значит, только коричневые у нас забракованы. Вот. Значит, такой пиджак. Во-первых, мы взяли пиджак Антохи, две штуки разных, из разных коллекций. Оба пиджака малы. Ну, то есть тут идут плечики такие. Да, то есть он как бы принимает форму и все хорошо. Пиджачок такой, ну, на мой взгляд, нормальный, но вот вы знаете. Он идет 100% хлопок. Видите, тут начес идет что-то типа ворсика внутри. Да, и чтобы он не растягивался, не деформировался везде, есть такие вот антирастяжечки в пиджачке вставлены, да, и он не деформируется. Вот, поэтому давай сейчас, Антош, ты померяешь. Он у нас не застегнулся и узковат в плечах. То есть от компании Faberlic нам все подходит 56 размера, но этот пиджак, к сожалению, не подошел нам. Вот. Но у нас есть папа, которому мы даже не будем делать возврат, потому что мы отдадим папе. Папа вот любит такие стильные вещички, которые... в которых дышит кожа и в которых можно просто так прогуляться и в принципе пиджачок симпатичный. Итак, давайте же с вами посмотрим, да, то есть это трикотажный пиджак для мужчины, артикул 192-592, цвет темно-синий, размер 56, 70 хлопок, 30 полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Вот такая вот красота, но видно, что рукава малы. Нет, да? Рукава нормально. Нет, рукава малые, они те короткие, они должны быть подлиннее. Нормально рукава? Нормально рукава. Нет, мне кажется, ну ладно. Ну, в общем, как вы видите, по ширине точно не сошлось. Подожди. Вот так вот, то нормально будет. Больше подойдет тем, у кого, как говорится, живота. Да, повтори еще раз. Подойдет тому, у кого нет живота. Ага, все понятно. Ну что ж, давай снимай. Вещь классная. Тут идут пуговки, но я вам советую брать на размер больше. Оставить, вот. Да. Ага, следующая это курточка. В тренажерный зал. Ну да, у нас есть сейчас рядом, мы переехали в Киров. Вот такая вот курточка. Тоже очень интересная. Тут идут два глубоких кармана на молнии. Так, видно вам, не видно, да, то есть тут два таких глубоких кармана на молнии, они застегиваются, молнии пластмасса, она идет без капюшона, да, тоже размер 56, рукава прямо выполнены, на конце что-то типа окаймовочки, она немножко тянется, но это не резинка. Низ изделия тоже, как вы видите, немножко тянется, и вот тут оно похоже как раз-таки на резиночку. Тоже очень интересная штучка. Давай, Антошка, меряй. Я сейчас обрежу этикеточку. Так, значит, это у нас куртка утепленная для мужчины. Цвет черный, размер 56, состав 100%. В общем, все 100% полиэстер. Артикул 192-583. Ага, значит... Вот такая вот курточка, Антох. Ну что, говори. Ну, как бы на позднюю осень она подойдет. В принципе, там минус 10 она будет держать. О, угу. То есть, но не больше. А так, приятно к телу, как бы, есть свободно. То есть, сами понимаете, то, что если нужно, впритык не нужно брать. Почему? Потому что будете мерзнуть. А здесь как раз мы взяли в плане того, что она взяла, чтобы было посвободнее.
чтобы было меньше холода, то есть можно сходить минус 10 с пустой футболочкой, как вот, сейчас. То есть она тебе не в обтяжку, да? Нет, она мне не в обтяжку, она мне свободна. Ну, носить-то будешь, не будешь? Буду. Будешь, да? Все, хорошо. Так, следующее, поехали. Очень-очень красивая штука. Это такой вот свитер. Давайте я вам покажу вязку. Очень понравился этот свитерочек. Рукавчики, да, вот на резиночке выполнены. Низ тоже изделия на резиночке выполнен. А внутри оно идет без начеса. Да, то есть, ну, как бы трикотаж. Да. Вот, сейчас я вам покажу с них аннотацию. То есть, все приходит в таких вот больших пакетиках. Это трикотажный джемпер для мужчины. Артикул 192-610. Цвет темно-синий. Размер 56. Состав 100% хлопок. Вот. Так, ну что, смотрим на Антошку. Первый раз при вас меряем, еще не мерили до вас. Мне очень нравится. Мне очень нравится, прям очень. Угу. Антох, ну что скажешь? Ну, носить буду. Нравится. Носить буду, да? Покажи спинкой. Ага, ну да, хорошо сидит. Нареканий нет, вещь классная. Носи с удовольствием. Так, следующее, что мы с вами поговорим, это такие вот большущие джинсы. Реально большущие. Не знаю, будут они нам как раз или не будут даже с ремнем. Вот. И так, они идут с двумя рукавчиками. Сейчас пакетик в сторону откину. С двумя карманчиками, простите. Идут с двумя карманчиками. Вот, тут маленький карманчик. Далее, значит, сзади на попе два кармана. Вот, прошиты, как вы видите, светлыми нитками. Вот, ну, такие прямые джинсы. Антоша, меряй, сейчас покажу. Сейчас я вам покажу аннотацию на него. Брюки из джинсовой ткани для мужчины. Артикул 190-901, цвет темно-синий, размер 56, 100% хлопок. Да, то есть все красиво, в принципе, джинсы нормальные. Я не скажу, что они под мой вкус. Так, ну-ка, Антоха, поправляешь, да? Да. Слушай, они что, тебе не велики, что ли? Нет, ну, в талии-то ремень как раз подойдут. Ремень? Да. Так мы их не отдаем, что ли? Нет. Оставляем. Ты их будешь носить? И они идут как бы с зауженными по ходу низом. А, зауженные низ. Потому что, да, они мне по низу как раз. А как они у тебя на талии-то сильно висят? Нет, ну, висят. Висят. А задом встань. Ну, не надо тебе больше, чтобы в обтяжку было. Как бы нормально, не висят они на тебе. Более-менее. А будешь носить? Буду. Будешь, все поняла. Так, следующая моделька. У нас с вами опять-таки неудачная покупка. Это пиджачок. Тоже он хороший, тоже он классный. Тоже тут две пуговки в комплекте. Так, вот. Значит, он тоже померяй его. Я его... Ты думаешь, они одинаково, что ли? Да. Нет, они разные немножечко, да? То есть вот на него аннотация... Тут идет состав 70 хлопок, 30 полиэстер, 100% полиэстер. Боже мой, я два одинаковых, что ли, заказала? Нет, там карманы были другие. Да, там карманы были другие. Ну, тоже, да, вот в пузике мало. Да, то есть, ну, они такие какие-то одинаковые. Тут сшито все пока что, да, тут надо будет расшить. Но все равно коротко, мало, я считаю, что нет. Не хочу я такой пиджачок. Так и говорили, я считаю, что муж хочет похудеть. Да нет, я не хочу, чтобы муж похудел, в принципе. Но какой-то вот он, не знаю, как-то он удешевляет, что ли. Здесь, во-первых, нужно его погладить. Ну, даже если ты... Нужно под него одеть не футболку, а... Рубашку. Водолазку. А, водолазку. Водолазку, да. Ну, он такой, да, он не на выход, конечно, да. Сейчас водолазки будут, тогда покажу, как просто с водолазкой он смотрится. Ну давай, отложи его пока в сторону, чтобы не потерять в этой куче.
Так, следующая — это трикотажная толстовка для мужчины. Цвет синий. Мы ее уже вам показывали, но вы представляете, я заказала этот именно синий второй раз, потому что Антохе она понравилась. Артикул 848-82, цвет синий, размер 56, 100% хлопок. На, Антошка, одевай. Да, то есть мы ее уже снимали, обзор, поэтому я долго на ней не буду останавливаться. Но реально, конечно, классно, 100% хлопок, и он не деформируется. Антоха в нем ходил, он уже несколько раз постиран. И мы решили, что пока это красивое дело с производства не сняли, мы решили заказать еще один. Да, решили заказать еще один, и вы знаете, ни за что бы не пожалели, что заказываем. Одинаковые. Вот реально специально заказали два одинаковых костюма. Ну вот как вы видите, как смотрится. Ну круто. Мне нравится. И штаны вообще идеально смотрятся. Ну и с джинсами, в принципе, эта толстовка хорошо смотрится. Не обязательно именно комплект покупать. Так, далее. Хочется мне вам показать трикотажный джемпер для мужчины. Он такой вот. Как сказать, не плотный, но теплая вязка у него уже идет. Рукавчики на резиночках, так как вы видите. И низ изделия тоже на резиночках. Это уже я заказывала еще по ВИПу, оно пришло, так и лежит. С переездом не успели отснять видео. Тоже он мне очень нравится. Сейчас посмотрим, как смотрится на Антошке. Я пока зачитаю вам артикул и состав. Это трикотажный джемпер для мужчины. Цвет темный серый меланж. Артикул 190-603, размер 56, 80% хлопок, 20% нейлон. Так. Ну как? Все хорошо. Все хорошо? Да. Носить будем? Да, приятно. Приятненько, да? Тепло, да. Угу. Ну что, все, я рада, что угодила. Так, далее. Джинсы. Так, джинсы, еще одни джинсы. Теперь они уже идут такие вот серые, да, как вы видите. Точь-точь такая же модель, как и предыдущая, только они не синие и пошиты светлыми нитками, да, они серые и пошиты черными нитками. То есть вот один в один. Вот, сейчас я Антону дам, пусть он меряет. Я вам пока зачитаю артикул, потому что они смотрятся симпатично. Итак, брюки из джинсовой ткани для мужчины, артикул 190-919, цвет серый, размер 56, состав 100% хлопок. Вот такие вот классные брюки. Вот. Так, Антошка пока одевается, тоже все что ли? Ну, эти посвободнее, кстати. Что, великоваты, да? Да, эти посвободнее. Думаешь, велики они тебе? Ну, как сказать, если сравнить то, что, ну, сказать, есть свобода, то на ремне то не будут держаться. Кармашки исправь. То есть хочешь сказать, что эти немножко больше мерят, да? Да, эти чуть-чуть побольше. А попой повернись. Ну, они смотрятся на тебе что-то типа полуспорт. Ну, да. Да, они как-то вот на самом деле большие тебе очень даже. Ну, не сильно большие, но все равно как бы можно было бы чуть-чуть поменьше, вот как предыдущие. Ну, что скажешь? Ну, как сказать, носить можно, но не от души. Не на выход, да. Не на выход, не от души. Ну, понятно. Ну, они красивые сами по себе, цвет, все красивое. Единственное, что великоватые. Странно, обычно нам 56-й тютелька в тютельку. Ты не похудел у меня случайно за лето? Так, следующее — это у нас такая вот кофточка симпатичная, да? Я вам сейчас покажу, внутри есть немножечко, даже не знаю, начес-то не начес, но это очень плотная ткань. Очень плотная ткань, тоже размер 56, в комплекте входят запасные кнопочки. Вот, значит... Это легкий трикотажный джемпер с воротом пола, с длинным рукавом для мужчины. Артикул 190-765, цвет пурпурный, размер 56, состав 100% хлопок. Итак, ну как, Антох? Такой у тебя еще не было. Да.
Такой еще не было. С длинным рукавом, чтоб пола, что скажешь? Ну, сначала надо привыкнуть. Надо привыкнуть? Да. Тебе не нравится пурпурный? Нет, мне нравится, особенно зимой, что они идут, как сказать, с рукавом. А цвет тебе как? Цвет, ну, надо сочетать с чем-то. Угу. С этим вот не очень. Угу. То есть синий будет более как бы подходящий. Ну, синий с пурпурным, да. А спинкой к нам встань. Ну да, все хорошо, сидит нормально. Переживала именно за этот цвет. Думала, что ты забракуешь. Ладно, поехали с вами дальше. Так, далее у нас идет трикотажный джемпер с высоким воротом. Это, ну, что-то типа обычной водолазки. Да, то есть, смотрите, обычная водолазочка, не сильно плотная. Да, то есть, идет как бы такая. Ну, она не просвечивает, но не плотная. Но это такая средней плотности водолазка, не тоненькая, но и не теплая. Да, то есть это легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины. Цвет темный изумруд, размер 56, состав 95% хлопок и 5% эластан. Так, Антошка, ты готов? Так, почти готов. Почти готов, да? Ну как она тебе, как будто мала или нет, кажется? Нет, нормально. Нормально? То, что нужно бирку еще не отрезано, чтобы нормально было. Бирку-то, ладно. Да. А плотный ворот, то есть не сильно давит, но и закрывает. То есть, например, если ветреная погода, то как раз. Да? Да. А что скажешь, цвет как? Цвет тоже нужно с чем-то сочетать. По плотности. Плотность. Ну, кстати, вот с серым тебе нормально этот цвет. Нормально. Да. Серо. Серый, зеленый. То есть, ну, по плотности как ощущение? Ну, к телу оно хорошо ложится. Как бы приятно. В основном же, как говорится, когда одеваешь... Когда именно удобно надеваешь, и вещь нравится. Угу. Ну все. Значит, понравилось. Оставляем, носим, да? Да. Носим. Так, хорошо. Следующее. Буду надеяться, что невелики. Это такие вот джинсы. Точь-точь такие же, как и серые. Только какие-то светло-черные, что ли, я бы так сказала. Да, то есть давай, Антошка, забирай. То есть... Такие же прямой крой у них, прямые низ. Так, это брюки из джинсовой ткани для мужчины. Цвет черный, размер 56, состав 100% хлопок. Артикул 190-910. И дальше я вам покажу такую вот рубашку. Вот. Такая вот она, вы знаете, легкая полупросвечивающая рубашка. Почему я ее называю просвечивающей? Ну, смотрите, уже руку видно, да? Видно, розовые пальчики просвечивают. То есть она такая не очень-то плотная. Ну и, конечно, идеально белая. Да, то есть она очень простая, как видите, пуговки. На самой рубашке есть, регулируется ширина. То есть, да, воротничок такой твердый. Тут стойка, можно погладить, поставить, как бы все хорошо. На Антош мере я пока артикул зачитаю. Вот. Значит, это рубашка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 84-964, цвет белый, размер 58, состав 100% хлопок. Да, здорово. Ну как, Антош? Ну как рубашка, как рубашка. Ну, носить будешь. Ну, не велика, не мала, как бы, да? Почему-то вверх мы угадываем. Нет, она тебе не велика. Нет, не велика. Нет, нисколько. А горло застегивается или опять горло не вошло? Горло в этот раз как раз? Застегивается. Все хорошо, да, там две пуговки. Я знаю. Ну, давай свои ощущения. Белых рубашки ты меряешь очень редко. Хочешь? Я и рубашки ношу очень редко. Пора бы уже привыкать.
международный директор Фигерлик. Не надо привыкать. Не надо привыкать? Я хожу в том, что мне нравится. Ну, все понятно. Задом повернись. Ну, все хорошо. Слушай, а карманов нет? Вот видите, бирка как нет, просвечивает, нет. Да, на спине? То есть она такая легонькая очень. Ага, ну все хорошо. Оставляем, носишь? Ну, раз в год. Все понятно. Так, следующее, это серая рубашка. Я решила заказать еще мини-марки цвет. Да, то есть точно такая же рубашка, только смотрите, такой нежный серый цвет. Вот ничем от беленькой вообще абсолютно не отличается. Давай тоже посмотрим, как она на тебе смотрится. Вот. Значит, это рубашка с длинным рукавом для мужчины. Цвет светло-серый. Размер 58, состав 100% хлопок, артикул 849-73. Вот такая вот, в принципе, да, тебе, кстати, серый идет. Лучше, да. Да, серый как-то тебе даже мне больше нравится, лучше смотрится. Ну, точно-точно так же смотрится, только вот другой оттеночек. Не застегивайся до конца. Мне кажется, тебе как-то даже лучше, что у тебя верх расстегнут, не до конца застегнут. Ну-ка, задом, прямо из упаковочки, еще мятая, но погладив вообще будет конфетка. Да, хорошо, видите, попу прикрывает, рукава нормально. Ага, ну вот есть вещи, да, которые больше мерят и которые мало мерят, к сожалению. Так, следующее, что я вам покажу, это такая штука, это выбор мой, она мне очень понравилась. Вот, это легкий трикотажный джемпер. Так, аннотацию позже вам зачитаю. Да, то есть такой вот у него воротник плотненький. Ну, то есть вот, видите, очень все качественно пошито. И он, я не скажу, что сильно плотный, да, видите, мои руки просвечивают немножечко. Вот, то есть он реально такой легкий, но теплее, чем водолазку. Вот мы мерили, когда я не могла описать ее плотность. Да, то есть вот такая вот штука. Легкий трикотажный джемпер с высоким одинарным воротом для мужчины. Цвет коричневый меланж. Артикул 190-630. Размер 56. 80% хлопок и 20% нейлон. Антошка уже померил. Угу. Так, ну как? Что скажешь? Ну, хорошо. То есть даже вот сейчас вот. Обещаю именно с пиджаком. А я уже забыла. Я смотрел просто. То есть, если носить с пиджаком, уже более как бы лучше, чем... Чем с футболкой. Чем с футболкой, да, выглядит. Угу. То есть, ты хочешь пиджак тебе заказать, да, может, такой на размер больше? В качалку мне надо ходить. А не больше заказывать. Ну да, в принципе, нормально. А сам ну, я спит... думаю, оставим сейчас поездки, а потом... Не отдадим папе, нет. Да? Не хочу отдавать, да? Нет, он идет, мне нравится, но пока... Ну он, да, вот он как кофточка, да, ходить по улице, но выглядит стильненько, да? То есть не всегда джемпер, можно надеть и его, да? То есть он не на выход, это не там... Вот с синими сейчас, потом мы оденем, покажем синими именно... штанами, которыми я был, он будет намного лучше выглядеть. Ну, это-то понятно, что мы тут меряем несочетаемые. Это, конечно, да. Зрители, я думаю, поймут. Ну, ладно, не будем отдавать. Ой, мужчина, мой мужчина. Так, следующее, что о чем мы с вами поговорим, это шорты. Шорты Антоха мерить не захотел, но я захотела ему яркие шортики в доминикану. Одеть, да, то есть вот такие вот клевые шортики, все хорошо с ними, все здорово, все классно. Прошиты нормально, они идут чуть-чуть такие с начесиком, но этот начесик, он не сильно уплотняет ткань, наоборот, скорее всего, да. Широкая резиночка, что не затрудняет обмен веществ в организме, да, то есть регулируемые есть вот, да, как вы видите, на талии есть завязочки, которые регулируются. Шортики классные, артикул у них 85-270, это цвет красный, размер 58, 100% хлопок. Антоха их просто к себе приложит, вот, посмотрим их. А сейчас он померит точь-в-точь такую же рубашку. Я ее вам даже не буду сильно, да, просто хочу цвет показать, потому что
точно такая же рубашка, поэтому Антошка просто померит, мы посмотрим, как на ней цвет. Также две пуговки в комплекте и все такое прочее. На, Антошка, померяй. Шортики мы с тобой просто приложим. Да, одели. Одели мужчину и на осень, и в Доминикану. Да, то есть это рубашка с длинным рукавом для мужчины. Цвет голубой, размер 58, состав 100% хлопок. Артикул 84982. То есть вот смотрите цвет. Свежий, приятный, классный. Немножко даже, я бы так сказала, есть какой-то оттенок бирюзы на камеру. Да, но на самом деле он такой... светло-голубой. Да, глубокий светло-голубой, такой насыщенный светло-голубой цвет, то есть он не нежный. Ну, Антох, нормально? Как ты думаешь? Ну, я в башке сама знаю, что буду носить только куда-то на выход. Угу, повернись. Угу, ну все, в принципе, все да. Хорошо. Да, шортики приложь, вот эти вот шортики к себе просто. Скажи, больше ты носить такие шорты. А, кстати, у них карманы есть, что ли, да? А я не показала, да, два кармана по бокам. А у меня такое подозрение, то, что это... Что? Не 58-й. А какой? 52-й, 50-й. Думаешь? Да. Ну, значит, папе твоему повезло. Может, они плотничком должны быть. Ну ладно, померим. Но если брать другие шорты, которые покупали. У меня сомнения на другой счет. В Доминикане жарко, а они с начесом. Посмотри, они с начесом. Ну, это хлопок. Хлопок будет дышать тело? Нет, не будет? Ну, да. Мы тебе, потому что на Шри-Ланке такие покупали же, они тоже были плотные, а ты чувствовал в них себя очень хорошо. Да. Вот. Ну ладно, посмотрим. Так, далее, самое последнее, это синие штаны, да, полностью одинаковые, поэтому я хочу посмотреть яркие штаны на Антошке. Антош, на мере, а я пока зачитаю аннотацию. То есть штанишки такие простенькие, хорошенькие, это идет как вот к его толстовке, да, то есть вот этот костюм мы уже заказали, а синие мы заказали к его... толстовочки, которую он носил без них, то есть я их долго выцепляла именно размер именно вот этих штанов, потому что их долго не было на складе. Это трикотажные брюки для мужчины, размер синий, размер 56, цвет синий, состав 100% хлопок, вот эти вот, да. А вот эти вот голубые, они идут как бы трикотажные брюки для мужчины, цвет ярко-голубой, размер 56, 100% хлопок. Ну, я понимаю, что с рубашкой они точно не сочетаются. Просто посмотрите на то, какие они классные, яркие, как они хорошо сидят. Антош, повертись немножко. Угу. То есть, как бы все здорово, да? То есть, точно так же, как и синие. Синие тоже здорово сидят. Вот. Ну что, Антош, практически... Все будешь носить? Вот почти все? Ну да, почти все. И обувь будешь носить? Ну вот кроме коричневых, ну если подберу с чем их носить, чтобы они сочетались, то да. Ну мне вот коричневые нравятся. Вот. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, Кононов Антон. До встречи с вами в новых видео. Рады были вам показать то, что мы покупаем в компании Faberlic. Вот. Также я сниму обзор на новые туфельки. Мне они тоже очень понравились. Я в них прям летаю. Ну что ж, всем пока. Спасибо за внимание.